Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, с вами Барретт, и вы смотрите Дневник Разработчика. Друзья, я сделал систему промокодов для своего сервера Overseas Roleplay. Сейчас мы проверим эту систему, проверим, работает ли все как положено. Для этого, друзья, нам необходимо зарегать новый аккаунт. Даже два аккаунта, друзья. Почему именно два, вы скоро узнаете. Так, давайте зарегаем первый аккаунт. Вводим пароль. Я введу 6 единиц. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Ну и лайк поставьте под этим видео, если вас это не затруднит. Так, Саня парень, логин этого аккаунта и пароль 6 единиц. Да, регистрируем аккаунт. Как мы видим, друзья, это диалоговое окно немножко изменилось. Теперь, помимо ника игрока, который пригласил вас на сервер, сюда можно ввести промокод. Кстати говоря, это на выбор. То есть выбрать можно одно из двух. Либо ник игрока, либо промокод. Если вы введете ник игрока, который пригласил вас на сервер, при достижении вами 4 уровня, этот игрок получит 50 тысяч. Если он будет онлайн, он получит их сразу. Если он будет офлайн, он получит их при заходе на сервер. Эти 50 тысяч выдаются наличными, друзья, ну и пишется соответствующее сообщение в чат. Если вы введете промокод, друзья мои, вы получите при достижении вами 4 уровня 200 тысяч наличными на свой аккаунт мгновенно. И сообщение в чат соответственно. А теперь, друзья, давайте проверим эту систему. Для начала я хочу ввести промокод. Так, вводим хэштег Барретт. Ввожу я промокод капсом. Этот промокод, друзья, будет в описании под моими видео, кстати говоря. Вы сможете его ввести. Для тех игроков, кто уже зарегистрировал аккаунт, не беспокойтесь, друзья. Я лично введу в базу данных каждому игроку этот промокод. Итак, друзья, давайте продолжим. Промокод я ввел. Нажимаем далее. Так, пол мужской на этом будет. Неважно, какой скин тут будет. Друзья, так как на данный момент у меня довольно большое количество программ открыто на компе одновременно, меня тупо крашнуло во время спавна. Но это не беда, друзья, мне бы по-любому пришлось бы офнуться, так как мне нужно было ввести кое-какие изменения в базу данных аккаунта. Давайте я покажу вам статистику этого аккаунта, друзья. Как мы видим, друзья, я ввел сюда 4 уровень. Так, Саня парень, 0 из 20. Друзья, на данный момент я нахожусь на искусственном сервере и могу вызвать искусственный payday. Давайте я это сделаю и мы посмотрим, выдаст ли мне бонус за то, что я ввел промокод Барретт. Так, вводим секретную команду. И как мы видим, друзья мои, нас поздравляют с повышением уровня. Мы получаем 200 тысяч, друзья. От Барретт. Поздравляем, вы получили бонус 200 тысяч от Барретт. Ну, соответственно, друзья, все работает. Как мы видим, тут у нас 205 тысяч. Все работает, друзья, промокод работает, вводите его смело. Ну, а теперь, друзья, давайте зарегистрируем еще один аккаунт. Этот аккаунт будет девка. И проверим, работает ли бонус от приглашения игрока. Так, давайте введем тут также 6 единиц. В принципе, это не важно, это тестовый сервер, никто не сможет сюда зайти, так как сервер под паролем. Так, да, регистрируем аккаунт. Введем, друзья, ник. Вот этот. Так, Саня, парень. Саня, парень. Это прошлый аккаунт, который я зарегал. Так, далее. Аккаунт существует. Здесь поставим женский скин. Ну что, друзья мои, я также зашел в базу данных и ввел кое-какие изменения в этот аккаунт. Давайте я вам покажу. Так, заходим, смотрим статистику, опять же, 4 уровень. Так, вызовем снова искусственный payday. Опять же, ввожу секретную команду. Ну что ж, друзья, поздравляем, ваш уровень повысился, поздравляем, возраст вашего персонажа повысился. Ну что ж, друзья, момент истины. Будет ли работать система приглашения игрока? Выдаст ли нам бонус или нет? Давайте авторизируемся и посмотрим при спавне, что будет. Так, 6 единиц я ввел. Нажимаем. Да, друзья, поздравляем, вы получили награду 50 тысяч за приглашение игрока. Как мы видим, друзья, теперь у нас 255 тысяч. Все работает, все прекрасно. Так что, друзья, можете вводить либо промокод, либо ник игрока, который пригласил вас на сервер.
Ну что ж, друзья, мы убедились в работоспособности промокода и нашего приглашения. Все прекрасно работает. Я залил мод на свой основной хостинг. Сделал рестарт. Теперь на моем сервере, друзья, все работает. Обновление активно. Можете смело заходить, вводить промокод, либо ник пригласившего вас игрока. Ну а на этом, я думаю, будем заканчивать этот дневник разработчика, друзья. Кому понравился видосик, ставим лайк. Кому нет, ставим дизлайк. Заходите на мой сервак, друзья. IP-адрес сервера будет в описании под этим видео. Не забывайте, друзья, вводить мой промокод. Он также будет в описании под этим видео. Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и добра, друзья. Всем пока.